Хоррор, в общем, в помидорах черри, значит, да? Купила, да, вот такую упаковочку, да? Коробок такой помидоров черри, подумал, не пойду в это. В Пятерочку там меня травит постоянно, уже второй раз надоели. А пойду в Магнит. В Магнит пошел, да? Захватил, да, за 40 рублей помидоров черри, да, такие маленькая коробочка. Вот как он там спичный, вот упаковка, да. Прихожу, да, то есть открываешь, там какие-то хрени ползают, да, многоножка похоже, полно там, штук 10, да. Стал их вымывать, то есть водой заливать. Вот, под кран подставил на даче тут, нифига, да. Пришлось ведро, вот твое ведро полное наполнять. Вот, ведро полное воды наполнить пришлось. И ему строить Титаник там. И после можно было уже, да, типа жрать, да, откинуть только пришлось половину помидоров. Они покусали, эти твари, половину помидоров такие, да, заразы. Но это компенсируется, знаете, чем? То, что у меня появилась новая кепочка, я давно мечтал, старая мне уже надоела, уже 7 лет старый хожу. Я не знал размер, но купил прям ровно свой, даже регулировать ничего не надо. Прям, вот, и не смотрел, да, и в старой кепке я посмотреть размер не мог. Вот. Так, видно вам, как ногами там вот. Номер 121, сайзы 57-58 сантиметров. Ну вот, кепочка. Такая серая. Я люблю Москву. Не знаю, только к дню города делали, да, когда там было лет 860 было, короче, недавно. Или в прошлом году, или 2 года назад, вот. А на юбилей наделали таких кепочек много, я люблю Москву. И тут в мелком деревенском магазинчике она заряжалась, я схапанул. Но она прикольная, прям под мою голову, да, прям супер. Козырек это, конечно, у нее маленький, не так, как я привык, но я привык, потому что у меня большой, огромный был козырек, да. Во-первых, он был длиннее в 2 раза вот такой. И во-вторых, он был шире. И вот это вот жестко изогнутый, его никак не сделаешь, да. А у меня был шире и больше, поэтому он был. А это как глаза вот тут ездят, да, чуть-чуть, но привыкну. Просто я в такой стиле еще кепку у меня не было, у меня всякие были, да? Но в таком стиле, вот, типа, под какую-то, не знаю, фуражку похожую у меня не было никогда. Но будет, будет. И перестегивать ничего не надо, вот как не ведет. Прям мой размерчик. Every nice, every nice. Крыжовник еще не поспел. А вот клубничные надо уже собирать. Пока их не собрал кто-то еще. Потому что их или сожрут муравьи. Вон их полно вокруг. Или еще что-нибудь произойдет. Но людям они не достанутся, да? Вернее, правильным людям неправильно могут достаться. Вон там не только клубничные есть. Тут есть полно просто земляники. Огромный. Вот огромная земляника такая, да? Фиг ее где найдешь, только на даче на полезных грядках. Растет. И вон кто-то уже кушает клубничину. Вот эта клубничина, что в центре, а кто-то уже кушает. Она уже прокусана муравьями. Вот она выставка салата, я просто накидал. Салат и укроп. Я накидал кое-как просто в разнобойку. А оно растет. Чудеса. Редко так бывает. Белая смородина пока еще зеленая. Вот что. Так неинтересно. И вот на этих гладких грядках что-то клубники особо нет. Вот там, где не видно, ее полно осталось. А где ее видно, ее нету почему-то. Вот куча морковок. С прошлого года, наверное, выросла. Не знаю, сажали мы их или нет. Но лук уже в траве, его пора щипать, сегодня дощипаю, и лука уже не будет.
Так. Вон кабачки, баклажаны. Раз, два, три, четыре. Четыре. Их растет. И все вокруг вот в этой штуке, которую сегодня выпилим. Вот эти все самые вот эти штуки с семенами. Чтобы их не было. Вот такие дела. И после уже домой выдвинусь, да? Кстати, вот посмотреть, давно не видал. Вот эта картошка. Вон у нее какие листья. Мы ее давно не выращиваем. Я забыл уже, как она выглядит. Картошка, да? И поскольку это самое, да? Мы ее давно не видели. Тут колорадских жуков даже нет. Поскольку давно не высаживалось, тут колорадских жуков нет сейчас, да? А когда их целое поле картошки посадишь, сразу колорадские жуки у тебя будут моментально вокруг ходить. Вот. Ну а ягодки? Прикольные, прекрасные и вкусные. Мыть не надо, дождик их уже помыл. Вот, every good. Every good. Вот тут уже вот покажу. Без засвета, чтобы было. Вот тут уже подвыпилил, тут такая же белая была вот тут. Вот. И вот здесь вот такая же белая, да? А вот там вот вот так было, как белая, да, хрень эти. Будет вокруг вот так, да, то есть эта хрень будет расти. Но белые вот эти штуки с семенами мы от нее оторвем просто тяпкой. Буду тяпкой просто полоть, потому что косы нету. Вот, буду вот эти штуки. Просто тяпкой вот такой треугольный, вот так на размах. И все, они отрываются, далеко отлетают. Вот. А главный хит, зачем все это делать, видишь, огорожено, как круто. Еще пока не вырос, еще ему месяц, наверное, приспеть, да. Ее полью еще посерьезней, да. Чтобы он покрупнее становился, может, он покрупнее станет. Вот. Вот этот ужас. До выпиливания идет. Еще вот эту мразь бы выпилить, да, видите какой? Вьюн. Весь крыжовник не завивает. Они выпустили его, потому что малину жалко всем. Надо малину все вот это скосить. И вьюн этот тогда не будет. Он тоже, по-моему, однолетний, да, то есть семена. Один год, если его это самое скосить, то в следующие годы он не вырастет. Вот, скорее всего. Я не знаю точно. Может, с того же корня много раз вырастает. Но видите, он на крыжовник, на мою драгоценность лезет, это говно ползучее, да? Вот это хорошее растение, я теперь понимаю. Эти уже не школьник, будут крапиву разводить вместо вот этой хрени. Будет полный у меня крапивник. Вот, чтобы никто не лазил. Вот, every nice. Every nice. Every nice. А жасмин уже отцвел. Я сделал несколько фоточек, да, с ним, когда он цвел. А теперь вот видите, что происходит. Все. Кабзда. Кабзда полнейшая, да? Нифига нет. Вот ги. Вот, если видите, там полегче уже. Травы-то почти и нет белой этой. Вот. Но все равно ее шибко много, вон там она есть. Белые вот эти, да? Белые вот эти штуковины. Вон они. Но их вон там вот уже нету. Но все равно шибко дофига, чтобы их всех уничтожить. Вот, кстати, бочку перевернул. Говном она несла конкретно, да? Это бочка. Я думал, что там такое, может там медь отмывали, нет. Просто какие-то гнилые ветки и листья. И дождя давно не было, это давно не обновлялось. Вот, несет как из болота какого-то, тухляком, кого-то кто-то сдох. Сейчас надо выскрести ее чем-нибудь, да, веником каким-нибудь вытащить оттуда. Все, что там есть. И нормально. Нормально.
Вот, и поставить опять пусть набирается. Дождь будет через 4 дня по гизметео, так что наберется полная, ливень будет конкретный. Вот, респект, респект. Короче, я собиравка. Собиравка. Вот урожай драгоценный, да? Часть там вот таких контейнеров там на этой грядке. Две грядки небольшие, да? А на них можно набрать где-то, не знаю, 10 таких контейнеров. А если гнилую брать, то все 15, а то и 17. В общем, вот, да? Собрал вкусняшку, да, себе повезу. Да, а то груз совсем. Да, еще луку нарву. Лука и салата нарву, и достаточно, да? Ну, лук-салат не буду показывать. А, нечего там это самое выебываться. Да, лук-салат у всех растет. И укроп тоже у всех растет. Укроп тоже наберу. В общем, всяких травинок наберу, с собой повезу. Пакеты. Я пакет из Ликси специально купил, да? Вот, так что выгодная поездка, да, может тут приезжать специально жрать. Потому что иначе все испортится где-то неделя, там все грядки испортятся. Вот. Вот, бочку вычистил. Вот, бочку перевернул вообще. Вот. Говна-то в ней сколько было. Офигеть. Сколько в бочке было говна. И вот сколько этой дряни было, вообще жуть. Ладно, еще сборы, короче. 19:20 часов, да, мне осталось полчаса. Некогда тут записывать, я уже не включусь. Так что пока телезрителям, уважаемым господам телезрителям, кто меня смотрит, не знаю, 2 человека с половиной это видео будут смотреть, если я его на интерсы не поставлю, на интерсы. Вот. Вон там, видите, помехи такие вьются. Там на этой дорожке комаров штук 40 вьется под солнцем около яблонь, да, тут. На человек-то один, на комаров 40. Как тут выживать? Никак, тут кого-то 40 человек ходит, ничего подобного. Тут для них пищи не будет никогда, да. Если я уйду, вообще никакой пищи для них не будет. Вот. Жуть какая-то, в общем. Комариное царство. Ладно, пока вы там держитесь. Я уже второй раз говорю за это видео, но извините. Вы держитесь дважды. Потому что денег дважды не будет. Every good. Good nice. ВСЖ.